Доброе утро, 30 марта. Капец. Для тех, кому непонятно, что надо сидеть дома, прямо само небо кричит. Все на карантине, всем сидеть дома. Холодина такая, капец. Прям как на Новый год. Даже на Новый год такого не было. На Новый год даже теплее было. Вообще, на Новый год, я помню, слякоть, снега не было. А тут вон оно как навалило. И все сидят по домам. Под обед вообще зима разгулялась. Посмотрите. Зима посреди весны. Это что-то. Это что-то, вот реально. Ну, что-то как ни крути, все равно из дома неохота выходить. Как бы не хотелось. Мне кажется, даже за хлебом. Лепешки печь будем. Оладушки. Пироги всякие. Смотрите. И красиво же как красиво. Вот и прям вообще вот так было бы хотя бы на Новый год. Вот такая погода. А так на Новый год вот чуть-чуть как кот наплакал. А тут смотрите, прям вообще все белым-бело. И метет. Все, сидим дома. Даже природа вместе с погодой за нашу жизнь борется с нами. Всех разгоняет по домам. Это видно, видно. Согласны? Ставьте лайк.